На табло вторая минута матча, а голосовые связки Дмитрия Покровского уже срываются от напряжения. Тренер саровчан недоволен своими игроками и, не стесняясь, орет на команду. После финального свистка в интервью нашему каналу Дмитрий объяснил причину такой импульсивности. А пока на площадке накаляются страсти. Команды идут нос к носу, сражаясь за каждый мяч. На последней минуте первой четверти спортсмены из Кстова отправляют в корзину саровчан 2 трехочковых подряд и захватывают лидерство. Но наши не намерены сдаваться и на перерыв все же уходят с символическим преимуществом в 1 очко. Вообще говоря, первую половину в защите мы играли безобразно. Что тут говорить? 54 очка пропустили. Это дома. Это, конечно, непозволительно. В перерыве я увел команду в раздевалку. Мы поговорили. Ребята поговорили друг с другом. И, в общем, выполнили установку на вторую половину. В защите отыграли великолепно. Особенно третью четверть мы пропустили 9 очков. Именно третья четверть и определила исход этого матча. За считанные минуты саровчане вырвались вперед на 20 очков. Для Кстова же началась черная полоса. Мяч, как назло, летел мимо корзины, терялся на передачах, а то и вовсе, предательски ударяясь в кольцо, переходил к Атому. Игра, что называется, не пошла. У нас резко ухудшился процент 3 очковых попаданий, в принципе, за счет чего мы и держались. И, соответственно, провалились мы. В силу того, что и эмоционально еще у многих ребят нет опыта, не смогли подстроиться от того, что когда бросок перестал идти, надо было чуть видоизмениться по ходу игры. Но даже какие-то коррективы в тайм-аутах, они все равно не нарисовались на площадке. Истекают последние секунды, и, глядя на табло, арбитр дает финальный свисток. Со счетом 105-83 саровчане одерживают победу. Матч завершен, но для обеих команд все только начинается. Сезон в самом разгаре, а значит, почивать на лаврах или, наоборот, отчаиваться рано. Каждый клуб продолжает путь к поставленной цели. Для наших спортсменов она неизменна. Победа в чемпионате и путевка в суперфинал МЛБЛ. План, конечно, как всегда у нас, это выиграть в чемпионат области. А там уже дальше, соответственно, по накатанной. Интересно. Вот этот чемпионат, он очень интересный. То есть ближе к плей-оффу уже, когда будет ясно, кто там на кого выходит. Как говорится, страсти будут накаляться. Следующие игры баскетбольный клуб «Атом» проведет 6 и 7 марта. Для наших спортсменов они станут серьезной проверкой на прочность. Им предстоит сразиться с лидером чемпионата – командой «Торпеды» из Павлова. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».